Всем здорово, мои бесстрашные друзья, с вами Спикер, и ночной ужас продолжается в игре Dead by Daylight. И сегодня у нас очередная бесстрашная ночь. Вместе с охотником, сегодня у нас будет новый охотник, это Свин. Да, тот самый Свин из Пилы, и сегодня сможем поиграть за него, насадить на крючки множество жертв и, наконец-то, отправить их прямиком в ад. Уровень сложен у нас средний, у нас есть специальные ловушки, одевается на голову, это обратный медвежий капкан. Очень интересно посмотреть, как это будет смотреться в игре уже. Ну что, друзья, ищем новых выживших, ищем новых жертв и будем истреблять их. Устраивайтесь поудобнее, берите вкусняшки, и наша охота начинается. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Свин, друзья, выходит на охоту. Хрю-хрю, нам можно пригнуться, у нас есть четыре капкана, при которых, конечно, можно нацепить на голову. Обалдеть. Ну что, давайте, друзья, посмотрим, что с чем тут у нас едят. У нас свин, у нас есть жертвы, которые, конечно, я буду искать и истреблять. Ну, ребята, ждите, ждите новую смерть. Она скоро придет за вами. Мы маленько помолчим и прислушаемся. Кстати, тут есть какие-то ловушки, которые, возможно, смогут игроки освободить от капкана. Да, ловушки, которые, тут есть какой-то таймер. Прикольно, из пивы. Ну что, друзья, ищем новых выживших, конечно, насадим их на крючки и будем истреблять. Охота начинается. Охота уже идет буквально 2 минутки, я уже нашел первую жертву свою, друзья. Есть первая жертва, да, истекает кровью, мучает, страдает, давай-ка, убегай от меня. Я хочу, чтобы ты убежал от меня. Нет, не тут было, она будет моей. Сейчас оденем ей капкан, и будет она в капкане сидеть. Друзья, у нас, оп, обалдеть. Одеваем капкан. А как это сделать? Сделать нужно. Пригнуться. Как задеть капкан? О, погоди, одеть капкан. Окейшки, одеваем. Ух ты, жесть, это же больно. Это чертовски больно. И можно насадить, кстати, на крюк. Даже не знаю, стоит, не стоит насаживать на крюк. По идее, должна она встать и пойти освободиться. Я даже не знаю, друзья. Можно, по идее, пригнуться, прислушаться другим и, конечно, поймать очередную жертву. Сейчас будет потеха. Вот так мы присели, прислушаемся и будем ждать нашу жертву. Ну, это, конечно, не по-честному, не по-спортивному, но я первый раз играю этим охотником, не знаю его плюсы, минусы. Мне хочется, конечно, проверить, как это работает, как этот капкан работает. А, к черту, берем его... Никого нету, никто тебя не будет спасать сегодня. Берем тебя и пойдем на крючок. А вот крючок, кстати, рядом есть. Прям на крючочек, надеюсь, у нее шлем останется. Да, шлем остался, и, друзья, как же она орет. Как-то очень тихо даже. Без шума, без пыли. Ребят у нас чинит генераторы очень тихо. И даже... Спокойно, спокойно, уже освободили, что ли? Куда они убегают? Они еще никуда не убегают. И сразу положили мои на земли. Куда? Кто тебя спас? Куда он делся? Берем тебя снова в ухапку. И давай-ка же второй раз на крючочек, моя хорошая. На крючок прям вот сюда. Кстати, у нас есть еще три капкана, как раз и три перса. Вот-вот-вот-вот следы, вот следы. Куда-куда делся? Куда ты забегал, моя хорошая? Она забегала. Она забегала возле меня. И, конечно же, это очень меня усложняет. Оп. Задел я все-таки ее. Тоже посадим на крючок, тоже, конечно, посадим ее на капкан, и будет потеха. Потеха начинается, она уже крутится, она хорошо-то крутится. Оп, не тут-то было. Одеваем тоже капканчик ей на голову, пускай порадуется жизни. Отправим ее прямиком в ад. Кстати, наши жертвы уже спустили. Ребята дружные, но пока что ни черта еще не починили. Ну, скоро будет первая жертва. Что, друзья? Парет другая. Где наша... Вот, есть шум. Появился шум, и пойдем искать новую жертву. Вот-вот-вот наша жертва. Наша жертва рядом с нами. Она бегает вокруг, она бегает рядышком буквально. И сейчас мы будем ее истреблять. Какой-то был шум, я не пойму, откуда именно. Но... Оп, мы ее взяли за ухапку. Ух ты, да. Обалдеть. Тащим ее на крюк, друзья. Крюк, крюк. Тебя на крюк, тебя на крюк. Так, уже починили. Я тащу на крюк вторую мою красавицу. Стой, стой, стой. Потерпи буквально чуток, и сейчас ты на крючке. Но я не посадил, кстати, не сделал капкан на голову. Вот в чем беда. Так, одна уже на крючке, вторая на крючке. Ждем очередную жертву. Сегодня карта у нас топовая. Всех поймаем. Всех истребим, конечно.
Ну кто? Ну кто следующий будет? Есть один раненый, есть одно свежее мясо. Красавица, уже не мучайся, не страдай, уже умри. Умри и лицезрей ад изнутри. Нужно его повредить, кстати. Сейчас мы повредим это дело. Две красотки висят на крючке, и скоро будет потеха с третьей. А куда делся четвертый наш? У нас, кстати, есть... О, освободили. Освободили, чудесно. И будет с кем поиграть. Будет у нас, конечно же, сегодня трэш. Где ребята? Они убегают. Они убегают, я вижу их следы. Они бегут вот сюда куда-то. Они убежали вот сюда, я вижу следы. Есть следы, значит, где-то тут-то. Нет. Вот, вот, вот свежие. Самые свежие следы где-то тут, прошу. Все, нет следов больше. Так, пытается что-то починить. Это не то. Выходим отсюда. На крючке есть еще одна. Она уже почти сдохнет скоро. Но мне нужно это дело проверить. Пойдем проверим к нашей красотке. Она, возможно, соскучилась уже. Так, ребята ее не спасают. Нужно, по идее, пригнуться, и тогда будет... Так, 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 так. Мне, походу, что-то... Все, отправили в ад. Одно отправили в ад. Осталось их трое. Две раненых и одно свежее мясо. Пробежимся по генераторам, потому что ребята стопудово где-то у нас что-то чинят. Нужно просто присесть и реально прислушаться. Есть на втором этаже и есть на улице. Так, где-то что-то работает. Пытались починить, но пока что... Дело повредим, где есть еще генератор. А слева-справа не вижу здесь. Вон, там есть. Как-то тихо. Даже слишком тихо. Да, здесь тихо, здесь все спокойно. Бежим в ту сторону. Ребята, куда вы заныкались? Нужно присесть, наверное, и все-таки вот таким макаром передвигаться. Да, вот так по-тихому. Вот так по-тихому. О-о-о-о-о-о-о! Вижу, вижу свою жертву. Куда делась? Я вижу свою жертву. Хромает, не хромает? Нет, не хромает. Свежее мясо бежит ко мне. Я хочу... Миско! Я хочу миско! Она в шлеме, друзья! Она в шлеме пытается спастись. Я куда делась? Куда она делась-то? Так, вот вижу следы. Идем по следам. Идем по следам. Я не вижу. Тут слишком темно. Вот она. Бегает. Вокруг да около бегает. Пытается умереть. Она пытается умереть. И, друзья, какой раз уже будет? Второй или третий? Будем садить ее на крючок и, конечно, отправлять прямиком в ад. Кстати, у нее есть часы на голове, только я не пойму, как они работают. Сколько времени ей осталось? Ну что, по кричи. Она отправляется прямиком в ад, а я иду искать очередную жертву. Их осталось двое. Четыре генератора, и это реально топа. Топ, 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 пошел топ. Опа, стоп, 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 стоп. Да, она смылась вниз. Так, мы тоже вниз, быстренько починили генератор. Ух, друзья, она валяется на земле уже, как же здорово. Одеваем шлем, друзья. Кстати, четвертый у нас тоже работает, вон там починил только что генератор. Походу один отключился, именно вот эта жертва у нас отключилась. Но осталась еще одна жертва, и можно, кстати, уже уйти. Нашей жертве можно просто уйти через специальный люк. А остался последний. Мы присядем и будем прислушиваться. Будем смотреть, лицезреть, искать его по генераторам. И надеюсь, я его найду. Повезет мне, не повезет сегодня. Поймай четвертого. Вот, где-то звук люка. Вот он как раз у нас, самый тот люк, который может убежать наш персонаж. Но он, кстати, не раненый. И есть у него, конечно, две жизни. Один удар и второй удар. Мне нужно его найти. Он будет тоже искать этот самый люк, и я даже не знаю, кто первый найдет его. Конечно, бежать ему будет проще, просто спрыгнуть туда и все. Как же тебе найти-то, мой друг? Где же заныкался ты? Кажется, я его вижу, вон пробежал, вон туда он пробежал. И сейчас мы будем его ловить, друзья. Я вижу его. Я вижу тебя, мой друг четвертый. Друг мой сердечный, сейчас ты отправишься у меня в ад. Кажется, ты заныкался прямо вот сюда. Эх, было не бывало, честно. Ой, 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 только не фонарик. Только не фонарик. Иди ко мне, голубчик. Папуля соскучился по тебе. Мой нож очень острый и готов тебя на... Нет, 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 нет. Я готов тебе наказать. Наказать, истребить. Оп, зашкварник берем его. Я хотел его одеть. На голову водить хотел все-таки капкан и посмотреть, как это работает. Ну что, истребляем последнего четвертого, друзья. Сегодня всех поймали. Ходка реально крутая. Хоть и сложная была карта, но поймали всех четверых. Ух, было жарко.
Было интересно, всех истребили и отправили прямиком в ад. Спасибо, кто смотрел. Спасибо, кто поставил палец вверх, написал комментарий. Увидимся в следующих роликах, в следующей ходке, в следующих ужасах. С вами был Спикер, как всегда. До новых встреч, до новых ужасов. Всем спасибо, всем удачи и пока.